родилась ёлочка, лесу она росла. Пообщаться с Дедом Морозом и сделать фотографию на память об этой встрече ребята смогут в любой день с полудня до 19 часов по 8 января включительно. Здесь же можно оставить письмо для главного новогоднего волшебника. Напомним, впервые Курская резиденция Деда Мороза заработала в конце 2019-го. Тогда на прием пришли несколько тысяч юных курян и гостей города. С вечера 29 декабря работает и губернский каток. Первые три сеанса в будни будут бесплатными. Абсолютно для всех курян. В остальное время льготами могут воспользоваться дети до 5 лет, СОВЗ, семьи мобилизованных, беженцев и многодетные, а также пенсионеры.